Закон о прекращении договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией официально опубликован в парламентской газете «Голос Украины» во вторник. Документ вступит в силу на следующий день после опубликования, то есть в среду, 12 декабря. Полностью положения договора будут отменены с 1 апреля 2019 года, сказано в тексте обнародованного правового акта. Напомним, что 6 декабря Верховная Рада поддержала инициативу президента страны Петра Порошенко и проголосовала за прекращение действия указанного договора. Сам украинский лидер подписал соответствующий закон в понедельник, 11 декабря. Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Москвой и Киевом удалось подписать 31 мая 1997 года, через 6 лет после обретения Украиной независимости. Затем еще почти год ушел на его ратификацию парламентами двух стран. В окончательной редакции документ вступил в силу только 1 апреля 1999 года. Договор был заключен сроком на 10 лет. Его действие автоматически продлевалось, если ни одна из сторон не заявляла о желании отказаться от него не менее чем за полгода до истечения очередного десятилетнего периода. В октябре этого года именно этим вариантом воспользовались украинские власти. Документ закреплял принцип стратегического партнерства двух стран, которые признавали нерушимость границ и взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Стороны также обязались обеспечивать защиту этнической, культурной и религиозной самобытности нацменьшинств, а также гарантировать им право свободно выражать, сохранять и развивать свою самобытность. Возможность расторжения данного договора начала обсуждаться на Украине почти сразу после государственного переворота в стране в феврале 2014 года. Однако до последнего времени украинские власти избегали этого шага, опасаясь юридических последствий. Специалисты указывали, в частности, на то, что договор закреплял границы между двумя странами. В итоге было принято решение дождаться окончания действия документа и заявить о его непродлении. Это, как считают в Киеве, может смягчить последствия расторжения договора для Украины.